Падрыхтаваць лідараў для сферы АПК Гомельскай вобласці. Такую задачу выконвае школа маладога кіраўніка. Сёння прайшла першая сесія для 24 навучэнцаў. Гэта спецыялісты, якія ўваходзяць у кадравы рэзерв на пасады кіраўнікоў сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Мы праводзім первую семінар учобу. Это такой так называемый теоретический блок. Приглашены партнеры наши, приглашены преподаватели Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. И программа начинается с модуля агрономия, агрохимия и механизация. Весенние полевые работы, поэтому вот в теме обозначено такое актуальное направление. Навучанне протягнется до кастрычніка и разлічана на 6 блоков, у кожным з яких 2-3-дзённая теоретичная подрыхтовка. Бухгалтерский улик, экономика, зоотехния, ветеринария, управление. Абавязкова практичный блок с наведванием предприемствов наставников, у лику яких мелковита Гомсельмаш Гомельдзяржплемпрадпрыемства. Консультанты – лепшие керовники галины. По завершении каждого из блоков – обовязковая экзаменационная частка. Самое главное – найти подход к людям. Сработаться с коллективом, как бы. Вот. Если люди тебя примут, я считаю, что в дальнейшем у тебя возникнет меньше вопросов по производственной части. Этот проект нам позволит для себя осознать и узнать много нового, научиться чему-то у опытных руководителей. Хочется сначала стать руководителем предприятия, а дальнейшая судьба как уж сложится. Завтра удельники школы молодого керовника наведают предприемство «Мелковита».